Пингвин 19-й промо-фабрика, боевая Винча 2-2. Подводим итоги встречи с представителями команд. Дмитрий Саашвили, наставник пингвинов, и Борис Тихонов, тренер команды 19-й район. Борь, давай начнем с тебя. Как оценишь итоги игры? Справедлив ли итог? Ну, если счет на табло 2-2, значит справедлив, наверное. Просто по первому тайму, ну, спасибо сопернику за игру, очень хорошая игра. На самом деле, боевитая, ну, как и мы и ждали, да, с пингвинами. Первый тайм, считаю, чисто наш первый тайм. Могли забивать 2-3, может быть, больше, не знаю. Второй тайм более равный, Рома подтащил, спасибо большое. Потом прилетело, конечно же, там, второй вот с углового, непонятный, вообще не разобрались. Слава богу, отыгрались на последних минутах. Секундах. Секундах даже, да, вот. Была дополнительная одна, да. Вот, и, в принципе, я думаю, тогда по итогу мы сейчас довольны, то, что хотя бы очко захватили. В принципе, это нам практически гарантирует остаток на следующий сезон в Суперлиге. Дим, как Илья сказал, да, немножко мы заждались, тут подумали, что уже будет неявка у пингвинов. Я так понимаю, ты очень сильно расстроен, то, что все-таки не дотерпели вот эти последние секундочки. Как оценишь эту игру? Да нет, я просто пошел в раздевалку, сказав, что так у нас завтра вторая игра, чтобы ребята форму, ну, забрали с собой, постирали, они сбрасывали мне организационные моменты. Спасибо за 19-му району за игру. Наверное, результат закономерен. Мы в этом матче свои задачи решали, экспериментировали с тактикой в первом тайме, поэтому действительно район в первом тайме выглядел лучше. Пытались там наигрывать в два защитника, плюс у нас новички. Конечно, обидно упускать победу на последних секундах, но, наверное, все-таки ничья справедлива. Как раз я хотел спросить, оценишь новичков, Лысов, Жданов, что скажешь по их игре? Ну, еще впереди игры, будем смотреть. Алексей сегодня забил, наконец-то. Предыдущие два матча он пробивал в штангу, сегодня забил. Но есть куда еще прибавлять, ребята на таком уровне еще не играли. Вот, Алексей отыграл побольше, Игорь отыграл поменьше, но у них еще есть впереди две игры, чтобы себя проявить. Боря, у меня следующий вопрос такой был, уже был заготовлен, но Роман Пантрягин все-таки прервал свою, да, безголевую засуху, сколько он не забивал. Вот что у него все-таки с реализацией? Может, не знаю, стоит там какой-то ритуал сделать, побриться на лысо, например? Да, побриться, ну да я не знаю, может быть, ему пинками, я не знаю, может, научить его бить поворот, я не... Ну, реально, мы всей командой не понимаем. Столько моментов не забиваем вообще. Можно решать вопросы с любыми практически. Много было моментов с другими командами в матчах, что можно, в принципе, было решать вопросы в первом тайме, и все бы игралось легче всем. Не знаю, может, ну, не везет. Это футбол, мяч круглый, ноги квадратные, поэтому бывает, в углы попадает. Наверное, так. А так, не знаю, никаких ритуалов пока подготавливать не будем. Скажи, внесли в протокол Брусова, но он не подъехал, так понимаю. Почему? Да, ну, по обстоятельствам, которые не смогли его, здесь мы его наблюдать. Он пытался успеть, работа, но, видимо, не получилось вырваться. Дим, еще один вопрос был персонально, это Илья Лебедева. Оцени игру Дмитрия Параевского. Дмитрий Параевский мог сыграть лучше, у него был хороший момент, когда он мог на добивании забивать и стал бы героем. Не знаю, что сказать о Дмитрии Параевском. Скорее всего, это последний его сезон за нашу команду. Еще один такой вопрос. Как считаешь, насколько эмоционально... Ну, вот не хватило Василия Ершова, вот его эмоционального подсказа. Показалось, что даже эмоций где-то пингвинам сегодня не хватало. Возможно, так немножко уже сезон доигрываете без какой-то мотивации. Я говорил в прошлом интервью, что сейчас мне тяжело ребят перестроить. До этого твердили там, сколько там, 25 туров, что боремся за выживание. Задачу решили. И теперь я пытаюсь себя настроить, что можно сделать шаг вперед. Там не оставаться на 9-м месте, а бороться за что-то. Но ребят не перестроить... В первую очередь и морально, и физически. Такой длинный у нас сезон получился. Два круга, Суперлиги. Это уже большое количество игр. Плюс КФЛ, плюс зимой мы отыграли. Поэтому и физически мы подсели, и морально. Так и выжаты уже, ребят. Поэтому так. Борь, у вас все-таки обойма чуть скромнее футболистов. Да, у пингвинов было 4 полевых, у вас всего лишь 2. Ну там Соболев и Гутницкий не так много играли. Вот как вообще удается, в принципе, так неплохо действовать такой короткой количеством состава? Ну, наверное, мы тоже выжаты. На морально-волевых все прекрасно знают, у нас какие-то, может так, принципиально какие-то игры именно с пингвинами. Настраивать команду не надо. При этом ребята понимают, что заработая очко, хотя бы одно, да, мы остаемся здесь. Что уже будет легче, да, и в голове, и в ногах, и тому подобное.
Поэтому ребята бьются, и за этот круг я только могу поставить, в принципе, ребятам 4 с плюсом за их битву практически в каждом матче. Ну, пару матчей было, да, без зубых. Ну, сами знаете, с кем это было. Золотым, прежде всего, да, ты имеешь в виду? Золотым, в принципе, с Волной первый тайм меня не было, правда. Но я смотрел первый тайм с Волной как бы хорошо. Да, я комментировал, хорошо. Развалились. Потом развалились по жаре без замен. То же самое с... Достой был, да, достойный матч. Ну, со всеми мы, в принципе, сыграли достойно, поэтому я очень благодарен команде. Осталась одна игра с Мэдом, и мы на этом закончим Суперлигу и будем ждать в межсезонье. Там кубок, наверное, будет какой-нибудь. Будем играть, участвовать и дальше продолжать играть. Дим, у вас завтра Волна. Как вообще вот изменится состав? Может, там уже все лидеры подъедут, включая Ершова в том числе? Да, состав изменится. Часть игроков, да, которых сегодня не было, подтянется. Я думаю, что этот состав будет более боевитым, чем сегодня. Ну и завтра, наверное, с мотивацией проблем, я думаю, не будет. На Волну, да, команда топ. Я говорю, дело сейчас даже не в соперниках. Просто, я говорю, такое моральное истощение. Посмотрим. Конечно, хочется... зацепить очки с Волной, но Волна свои задачи решает более серьезные, чем мы. Поэтому я думаю, что игра будет очень сложная. А как закончится, узнаем завтра. Что ж, спасибо, Дмитрий Саашвили, Борис Тихонов. Поздравим район с сохранением прописки в Суперлиге. Пингвинам пожелаем удачи в борьбе за 8-е место. Все, спасибо.